В правительстве области на днях рассказали, почему кировская компания «ВятАвтодор» не приняла участие в большинстве аукционов по выбору подрядчика для ремонта дорог. Отмечу, что запрос властям направил депутат областного заксобрания Владимир Костин. По его мнению, это вызывает подозрение, что крупная региональная дорожная компания напрямую занимается ремонтом лишь двух дорог, а чаще работает как субподрядчик, то есть по найму, в том числе и у московской компании. Ответ депутату пришел от исполняющего обязанности заместителя председателя правительства области Ольги Куземской. По данным чиновника, в начале года было проведено 15 электронных торгов по выбору подрядчиков. «ВятАвтодор» участвовал только в двух из них. И, судя из ответа Куземской, благодаря участию компании в двух аукционах, экономия бюджетных средств составила около 90 миллионов рублей. При этом остальные подрядчики запросили больше денег за ремонт дорог. В итоге экономия по остальным аукционам составила не более 10 миллионов. Как пояснила Ольга Куземская, связано это в том числе с тем, что в период торгов в компании «ВятАвтодор» менялось руководство. В разгар сезона, в момент, когда проходят торги, менять руководство главной организации области, которая ведет ремонтные дорожные работы, как минимум неправильно. Стоит задать, наверное, вопрос о квалификации управленцев и «ВятАвтодора», и в целом курирующего министерства, и принять кадровое решение –